Всем привет, с вами рубрика «Быть инди». Сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили взять три игры, которые сделаны одним и тем же человеком в одной и той же вселенной под названием «El Mario». Так что присаживайтесь поудобнее, вас ждет интересное путешествие в сказочный мир, которым правят драконы. Будем рады твоему лайку и подписке на канал. Приятного просмотра! Об игре El Mario and Dragon Time мы ранее рассказывали уже целых три раза. При этом разработчик нам не заплатил за рекламу ни разу. Нехорошо получается. Конечно, это шутка, но чтобы не повторяться в очередной раз, мы пропустим комментарии от себя и поведаем вам только информацию, которую поделился с нами лично разработчик. Данный проект представляет из себя RPG с открытым миром. Главным отличием этой игры от других является то, что здесь вы будете не охотиться на драконов, а в роли дракона будете охотиться на людей. Это первая игра разработчика, которая является довольно большим проектом, который до сих пор находится в раннем доступе. Присутствуют 19 локаций, часть из них под открытым небом, часть в подземельях. На момент появления игры в Steam, а это 12 марта 2020 года, было всего 9 локаций, поэтому можно смело говорить, что проект до сих пор не забыт и очень активно развивается. Если хотите узнать больше об El Mario and Dragon Time, смотрите наши предыдущие выпуски. Ссылки я оставлю в описании. Также хочу упомянуть о нашем спонсоре Волков Студия. С 2013 года ребята делают звуки и музыку для игр. Еще они занимаются имплементацией и локализацией на русский и английский. По промокоду «Быть инди» вас ждет скидка. Ссылка в описании. А вот El Mario and Dragon's Princess, напротив, еще ни разу не попадалась в наше видео, поэтому о ней мы расскажем более подробно. Данный проект, в отличие от своего предшественника, отличается тем, что он является скорее адвенчурой с элементами RPG, чем просто RPG. На этот раз вас будет ждать линейный сюжет из 10 последовательных миссий, в которых вы будете летать по большому 3D-миру, попутно сжигая жалких людишек и исследуя новые локации. Также под вашей опекой будет находиться настоящая принцесса, которой вместе с вами предстоит разгадать загадку древнего артефакта и спасти мир El Mario. С одной стороны, эта игра продолжение первой части, а с другой, это совершенно новая игра про дракона, в которой автор решил реализовать то, что не получилось особого развития в предыдущем проекте, и устранить ключевые проблемы из первой игры. Например, в Dragon Time дракон выглядит не очень большим, поэтому здесь было принято увеличить его в 3 раза. Также пещеры и подземелья в первой игре были очень проблемными из-за размеров дракона. В итоге, в этом продолжении их убрали совсем. Разработчику показалось, что в предыдущем проекте не хватало обязательных динамических сражений из-за того, что игроку предоставляли свободу действий. Поэтому он решил это изменить и ввел в игру охраняемый объект, на который постоянно совершают набеги, что в свою очередь заметно увеличило количество стычек с неприятелем. Вторая игра планировалась быть значительно меньших размеров по сравнению с первой. Четко ограниченное число относительно небольших локаций под открытым небом, никаких пещер. Кроме того, второй проект сделан на базе первого. Драконы и почти все механики уже были готовы, поэтому разработка не должна была затянуться. В итоге все так и получилось, и на создание проекта ушло всего 3 месяца. На данный момент эта игра является полноценным законченным продуктом, и автор начал работу над новым проектом, параллельно продолжая работу над El Mario and Dragon Time. El Mario and the Lost Temple еще больше выделяется на фоне своих предшественников. На этот раз автор решил поэкспериментировать и сделать партийную RPG в стиле меча и магии. И да, предугадывая ваш вопрос, я сразу отвечу на него. Нет, группа состоит не из 4 драконов. На этот раз нам придется бродить по подземельям вместе с группой двуногих. По размаху игра, конечно, не такая большая, как меч и магия. В этом признается нам сам разработчик. Здесь нет огромного мира, есть условно одно подземелье, однако состоящее из нескольких отдельных локаций. По крупному счету это можно назвать только небольшим кусочком меча и магии в новом исполнении и в новой вселенной. Это будет довольно короткое приключение. Уже за 3 месяца автор планирует выпустить игру в ранний доступ. А на момент выхода видео уже должна выйти демо-версия. Поэтому если заинтересовал данный проект и разработчик не отложил выход демо, можешь его опробовать. Автору игры очень часто задают один и тот же вопрос. Почему ты сделал вторую игру и начал делать третью, если у тебя еще не готова первая? На что он отвечает. Над большим проектом очень сложно беспрерывно и долго сидеть. Начинаешь выгорать. Хочется чего-то нового, другого. Создается ощущение, что ты закопался в рутину. Поэтому я для себя выбрал такой формат разработки. Делаю небольшую игру параллельно или чередуюсь с первой, большой игрой. Да, такой подход затягивает выход в релиз первой игры, который планировался еще осенью 2020 года, но зато обеспечивает хорошую мотивацию и большую эффективность разработки в целом, ну и дает возможность выпустить что-то еще, кроме одной игры. Над всеми проектами автор трудится в одиночку, в свободное от работы время. Геймдев для него все еще остается хобби, но лично мы не представляем, как и когда он находит столько времени, чтобы выпускать несколько проектов за столь короткий срок. При этом работает над ними в одиночку и в свободное от работы время, за что отдельный респект этому человеку.
планах на будущее завершить Эльмарион Драгон Тайм и Эльмарион The Lost Temple. А уж там дальше видно будет. Скорее всего, разработчик и дальше будет продолжать работать в таком же формате, как он сказал. Идей у него хватает. На данный момент первая игра в среднем приносит своему создателю больше, чем он зарабатывает на основной работе, несмотря на то, что игра недоделана. Ну а вторая за первую неделю продаж в Steam заработала $3000, что вполне неплохо для хобби. Пожелаем автору сил и творческих успехов. Будем ждать пошаговую стратегию во вселенной Эльмарион, только ее не хватает для полной коллекции. А сейчас самое время зачитать ваши комментарии, которые вы оставляли под нашим прошлым выпуском. Шифа спрашивает: «Серег, расскажи, как ты подсчитываешь, сколько примерно принесла игра? Вот даже на примере Яги, откуда 68 тысяч?» Раньше считал по хитрой формуле через обзоры. Теперь я использовал ресурс GameStats, сравнил по своей игре и другие разработчики тоже. Очень похоже на правду, так что спокойно использую этот ресурс, чтобы вам рассказать о том, сколько зарабатывали игры. И Soul Game пишет: «Вот чем больше вас смотрю, тем больше мотивации продолжать делать свой проект. Мы рады, что наши выпуски мотивируют, и теперь ждем твою игру в нашей рубрике». А еще мы хотим поблагодарить наших спонсоров на Патреоне. Спасибо Фома Радони и Андрей Лавров, ваша поддержка важна для нас. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Пишите, какая игра вам понравилась больше. Самые интересные комментарии попадут в наш следующий выпуск.